Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы-всадники Олуха. Начнем, пожалуй, с того, что посмотреть надо, что нам принес Беззубик. 40 тысяч бревен. Ну что ж, спасибо тебе большое, Беззубик, но этого мало будет. Этого будет мало, но зато мы с тобой построили лохань. Нет, лохань вот, дровницу. Так, друзья мои, дровница. Теперь у нас будет с тобой... А сколько вмещает он? А, вместимость 320 тысяч бревен. Ты представляешь, сколько мы с тобой можем сюда уже бревен, как говорится, положить. Так, ну что тут у нас? Что-то как-то мои дракончики не особо жалуют рыбкой, да? Так, мы же с тобой еще мост, след Одина. Так, мост у нас с тобой улучшен, точнее построен. А я могу... Вот, смотри, теперь я могу наконец-то здесь все это убирать к ядрене фени. А раньше я почему-то не мог. Так, тихо, вот тут у нас... А, ну тут бесплатно все это, потому что очень быстро, да? Ладно, секундочки, мы эти с тобой потерпим. Ну, давай, 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 быстрее. Нам еще с тобой на арену сегодня идти. Окей, так, это убираем. Освободим себе место для новых, так сказать, драконов, да? Драконов у нас с тобой очень много в ангаре лежит, поэтому нужно все здесь зачистить. Давай, не жалеем ничего, ребята. Так, тут тоже сейчас зачистку сделаем. Все. Так, а вот эти камни я могу убрать? Необходимо что? Викингов. Что необходимо викингов? Что он там несет? Бред какой-то мне. Как будто у меня викингов нет. Что они бред какой-то говорят? Так, ладно, давай теперь, наверное, с тобой будем открывать паки, которые у нас тут есть. Один бесплатный, другой за просмотр видосиков. Ну, за просмотр рекламки, да, ребята, нам, конечно же, не будут давать драконов. Нам чисто там ресурсики подкинут. Ну, ресурсы нам тоже с тобой нужны. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому упускать такой возможности нельзя. Ну что же, 6 монет Одина, и вот он пак с ресурсами. Так, тут не только ресурсы, ребята, там нам достаются еще и руны. Слушай, у меня уже 1410 рун. Остается 90 рун найти, и мы с тобой приобретем дракона. Да-да, именно дракончика. Так, давай-ка мы здесь с тобой задание завершим. Так, янтарь получаем, да, с тобой пока. Янтарь. Так, наездники. А что у нас тут на наездниках? Ничего нету, зачем тогда показывать, а? А эти у меня опять, да, прохлаждаются? Опять прохлаждаются. Так, можете покормить? Давай-ка мы его, наверное, покормим. Упс. И все, да? И закончилась у меня на этом рыба. Ладно, беги добывай. Так, ты у меня где-то здесь, вот он. Ты у меня пойдешь тоже за рыбой. Интересно, как он рыбу достает в пещере? Удивительно. Так, ты пока посидишь. Тебя не к спеху. Смотрим, друзья мои, кто у нас еще может доставать побольше, да, всего. Так, ты пойдешь. Так, подожди-ка, подожди-ка. Ты за бревнами. Секунду, ты у меня пойдешь за бревнами. Так, твою ж налево. Ну, придется тебя за рыбой отправлять, а тебя и тебя за рыбой. А тебя тогда, за бревнами мне нужно, друзья мои, отправить. И это будет громелька, пускай летит. По-моему, все, всех распределил, все заняты, потому что... А, нет, вот этот тоже, оказывается, может лететь собирать. И, по-моему, все, да, ребята? Ладушки, все работают. Так, мы с тобой здесь завершаем задание. Так, ух ты. Блин, какой-то там был топорик интересный. И что же нам здесь достанется? Дайте мне руну, дайте руну, руну. Блин, опять эта шестеренка. Она постоянно мне выпадает. Опять. Так, ну что же, и следующее сразу же приключение, ребят, автоматом. Пускай летит. Ну, Громгильда, ты чем меня порадуешь? Дашь мне руну, а? Дай руну, пожалуйста. Если не ошибаюсь, там 8 рун. Давай, давай, давай. Вот, вот это я понимаю. 8 рун.
Хоть где-то что-то окупили, да? Лети. Лети на очередное задание. Так, ну что, вроде бы так мельком я посмотрел. Все у нас, как говорится, работает. Все пределы. Тут мы с тобой... Ага, забираем конфетки. Кстати, сколько у нас конфеток с тобой? Что-то собираем, собираем. Так, обучить трех драконов, получить 120 тысяч древесины, получить 120 тысяч еды. Ага, я еще и без зубика в путешествие не отправил. А ну-ка, без зубик. Давай-ка мы тебя отправим на поиски. А почему мы будем тебя отправлять на поиски, если мы можем сделать немножко по-другому? Я хочу, друзья мои, взять и отправить его на прокачку. Блин. А нам нужен 5-й уровень Академии. А чтобы прокачать Академию, нам нужно, по-моему, 180... Да, 180 тысяч бревен. Ну что ж, Беззубик, я хотел как лучше, поэтому придется тебе все-таки отправляться в путешествие, к сожалению. Так, и мне остается найти только Хакату. Либо вот эти, Страхокола и Тихокрада. Ну, здесь, понимаешь, шанс какой маленький. Давай тогда попробуем, чтобы он Хакату нашел. Сомневаюсь, конечно, что он его найдет мне. Но в любом случае я ничего не теряю. Так, Хакату. А здесь у нас что? Опять что-то мы с тобой сделали? А, Беззубика отправили в путешествие, окей. Так, что у нас тут по свиткам? Улучшить лесопилку. Так, тут понятно. 520 тысяч единиц рыбы добыть. Так, здесь что? Древоруб. Точно, я же совсем забыл, друзья мои. Древоруб должен... Так, древоруб, типа, блин. Ну, а что поделать, друзья мои? Придется его отправлять. Кого-то надо возвращать. Наверное, мы с тобой вернем... Лаварыга. Лаварыг, возвращайся. А древоруба, наоборот, отправим. Он должен собирать определенное количество древесины, чтобы мы получили с тобой 3 рунки. Да, каждая рунка у меня на счету. Ну, вроде бы пока и все. Так, тут у нас с тобой подготовился пак. Давай посмотрим. Громелька, древоруб, шепот смерти и вострозуб. Сразу активируем следующую. Слушай, подожди, а я вострозуба могу прокачать или нет? По-моему, не могу. Не могу. Хотел бы, но не могу, друзья. 24 уровень. Всем им нужен 24 уровень, понимаешь? Ну что, поехали тогда на схватку. Чего, как говорится, нам с тобой тут выжидать? Будем зарабатывать паки, будем повышать себе ранг. Плод мудрости исцеляет от урона и снимает эффекты состояния. Что за плод мудрости? Интересно. Так. Ага, началось, да? В России утро. Ух ты, а у него два таких. У него два таких, ребята. На тебе. Так, что ты там крякаешь? Что ты крякаешь? Блин, две двойные атаки, это плохо. Плюс у него, по-моему, огонь же, да? У него огонь. Это я точно помню. На. Почему я этого, ребята, колбашу? Потому что он делает усиление атаки и усиление защиты. У него массовый баф, я не позволю этого ему сделать. Так, тихо. Вот, видишь, огоньком пуляет. Вышел все-таки, а? Так, нет, парень. Надо тебя уничтожать. Шикарненько. Ну, а теперь будем, наверное, 7-й уровень бомбить. Ну, тут не уровень, тут называется разряд. Как будто это какие-то, знаешь, слесаря, елки-палки. 7-го или 8-го разряда. Так, ну-ка, что если я заблокирую? Получилось. Но ты не забывай, что у него есть еще один, который может сейчас воспользоваться суперударом. Блин, тут еще уклонение. Сейчас начнет вжаривать. Вот, вот об этом я тебе и говорил. На. Так, подожди-ка, здесь же можем просто добить. Окей. Так, что ты будешь делать? Блин, еще массовую атаку? Ну-ка, посиди-ка и подумай над своим поведением, мальчонка. Слушай, а у нас... Всех драконов, да? Давай-ка.
Если честно, так себе отхил. Очень слабенький. Я думал, будет получше. Так, подожди, нет, давай-ка лучше звезданем. Все. Друзья мои, отличная победа. Все целенькие у меня остались. Так, и мы с тобой еще зарабатываем пак. Ну что, переходим к следующей битве. Давай посмотрим, кто здесь у нас выпадет. Оу, 9-й разряд, 8-й, 7-й. Плохо. Там, да, улучшенный Вострозуб. Плюс вот этот шитик, а? Бесявый. Ну-ка, начнем, наверное, с него. Потихонечку. Громелька пока постоит там, подождет. Я думаю, ничего с ним не случится. Блокируем, конечно же, блокируем. Если есть такая возможность, сразу в блок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как такое, а? Блин, друзья мои. Промахнулся, а? А у этого усиленная атака. Вот об этом я тебе и говорил. Жестко. Ну-ка, сейчас-то хоть получится, а? Ну-ка, давай, попади, пожалуйста, в адрес. Есть. Но этого ушатают, мне кажется. Ну-ка. Давай, наверное, вот этого. На тебе. Оу, сейчас кого-то, ребята, шлеп. Я так и понял. Ну что же, блокируем. Главное попадать. Ага. Ну, это вот тоже двойная атака довольно сильная. Ты заметил, да? Так, ну, есть у нас с тобой небольшой плюс. Мы когда атакуем, мы отхиливаемся. То есть, что этот дракон, да? Что этот дракон? Этот, конечно, немножко поменьше. Но он посерьезнее, да? А этот, блин, хорош, пора с ним завязывать. Только бы попало. Есть. И начинаем бомбить свои громли. Чего такое, парень? Все, сдулся, что ли? Ну тогда извиняй, братюня. Мы тебе сейчас быстренько тут распишем вдвоем-то. На. Опять же печатаем его. Все, в блоке. Заблокированный. Это тебе уже не поможет, парнишка. Это уже тебе не поможет и не спасет. Слушай, нет, лучше мы будем его блокировать. Хотел сделать понижение брони, а потом вспомнил, да? В прошлой, по-моему, серии мы с тобой тоже решили сделать ноу-хау и за это поплатились потом своим отрядом. Поэтому не будем с тобой изобретать велосипед. Будем по старой доброй традиции бомбить всех этих драконов. Так, ну что же, давай двигаться дальше. Так, нам нужно с тобой победить еще 4 драконов. Да это плевое дело. Так, 8-й, 7-й и какой там 9-й? 9-й разряд, ладно, фиг с ним. Да чтоб тебе, опять он здесь. И этот тут. Ну, я думаю, что начнем, наверное, с этого. С усилителя. Именно он бафает всю команду. Оу. Водорезу досталось тут. Нормуль с одной плюхи, так прикинь. Что ты такой мощный-то, да, блокирую. А почему он такой сильный-то? Смотри. Да хорош, блин, у него еще двойная атака. Сейчас тут каждый... Ага, ну хорошо, что здесь. А это сейчас сюда бомбанет. По-моему, мы потеряли с тобой одного из драконов. Нет. Нет, ребят, пока все нормуль. Блин, может быть, броню ему понизить? Нет. Нельзя допускать бафа. Нельзя допускать массового бафа. Хотя, если бы я ему, ребят, понизил бы броню, я думаю, мы бы уже его давно бы ушатали. Смотри, что делать. Добивают. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это плохо. Ну и что нам делать? Все, еще кого-то станет. Этого. Я хотел им сейчас сделать суперудар. Угу. Видимо, не судьба. Так, что у нас с тобой есть? Да ты, да отвали ты, мелкий. Исцеляет. Ну давай исцеляем.
Я хочу этим все-таки сделать суперудар. Массовый ста... Оу, уклонение сработало. Ага, щиты. Атака. Так, а мы с тобой еще хильнемся. А почему, я не понял. А, блин, вот оно в чем дело, ребят. Блин, тот щитами прикрылся, а. Ну, усиленная атака, это, конечно, трындец. Для меня это трындец, ребята. Меня распишут. Почему я думал, что вот этот делает? А оказывается, Громель-то этим занимается. Усиленная атака. Для меня это как бы такой нонсенс. Ну, предположим, я сбил ему броню. Ну, этот ничего не сделает, ребята. Один. Хотя массовый сон. Сейчас его застанет, наверное, да, мне? Да, мне его сейчас застанет вначале. А потом добьют. Я свой ход прозевал. Все, тут меня распечатали, друзья. В сухую причем. Да. Зря, конечно, на этого начал, ребята. Переключаться надо было бомбить вот этого по центру, и все было бы по-другому. Ну что, нам нужно 4 драконов победить. Ага. Слушай, ну вот здесь уже получше. Здесь уже есть какой-то шанс на победу. Так, это я не боюсь. Вот это вот. Вот это, конечно, пакость. Он очень сильно кусается. А, промахнулся. Какой ты кусучий, а. Тоже промахнулся, молодец. Так, глушим. На. Ага. Кстати, ты заметил, что никто не использует водореза? Только я один с ним играю. Так, 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 кому достанется? Водорезу. Кому же еще может достаться? Удар, конечно, водорезу. Так, я этого все-таки должен забомбить. Заодно и отхилимся. На 129, неплохо. Громобой, ты будешь сегодня погибать? Будет, конечно. Сейчас сделает укус. Это был его последний укус на сегодня. На. Теперь понижаем защиту. Так, наверное, вот здесь вот. И делаем удар. Окей. Так, кому ты опять-то хочешь, а, всыпать? Оу, даже как. Не дурно, неплохо. Но вряд ли тебе это поможет. Добить? Нет, не добьет. Еще и промахнулся. Ну, а так ты как, нормуль? Ушатаешь? Должен. Нормально. Так, массовая атака, ребята. Всех в сон. Блин. Ну-ка. Пора, ребят, проучивать этого хмыреныша. Что скажешь? Хм. Нет, я не буду так делать. Я буду, ребят, по-другому. Через стан. На. Получи. Так, опять его загоняем в стан. Блокируем. Ну все, он уже наш тут, ребят. Он ничего не сможет сделать. Он будет пропускать постоянно свой ход, а мы постоянно будем его бомбить. Он уже это прекрасно понял. И ждет своей просто кончины. С постижной, которая к нему сейчас и придет. Все. Ну, друзья мои, нам нужно еще с вами сделать один бой, потому что нам не хватит с тобой одного дракона. 6000 рыбы. Да, еще одного дракончика нам нужно с тобой победить, чтобы получить пак вождя. 8-8-8. Блин. Опять этот, да? Мелкий прыщ. Призрачный дракон, или как его назвать-то, я даже не знаю. Вот он. И этот еще тут. Блин, почему он всегда первый начинает ходить, а? Зашибись, и у нас еще и промахи пошли. Сейчас, мне кажется, будут... Ну, я так и понял. Будут браться именно за моего вот этого дракончика. Они его хотят расписать.
Оу. Еще и атаку понизили. Заблокировал. Ну что это мне даст? Заблокировал я его. Ого. А что так сильно-то бомбанул? Что-то мне совсем, ребята, это не устраивает. Давай-ка, наверное... все, ребята, я понял. У него усиленная атака. Правильно. С такой атакой дурак, как говорится, пройдет. Вот что они творят. Вот что они творят. Офигеть. Ну что же, не будем, как говорится, выпускать его из блока. Этот будет бомбить, да? Топить за обоих. Так и выходит, ребята. Так и все и вышло, как я говорил. Так, ладно. В принципе, этого мы с тобой сейчас ушатаем. Ну что, Громль против Водореза. На кого, ребята, ставки? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, ну это еще не так страшно. У него вообще этот баф-то когда-нибудь спадет или нет? Усиление атаки. Он же два раза будет бомбить. Ого. Хорошо всыпал. Ну-ка, давай. Так. Он, естественно, понимает, что ему нельзя сделать. Блин. Тут либо... Нет. Нет. Ребят, мы проиграли здесь. К сожалению. Не хватило мне чуть-чуть, а. Совсем капельку. Но главное, что мы с собой дракона подбили и... Будем сейчас вскрывать пак. Ну что, давай откроем и посмотрим, что нам здесь выпадет. Шепот смерти, громорог, острозуб, громгильда. И все? И все, ладно. Пошли тогда за следующим паком. Нам нужно с тобой победить 10 драконов. Блин, я, наверное, хочу поменять. Ох ты. Погоди, погоди. Он сейчас взял Костолома? Оу-оу-оу-оу. Так, Костолома он взял. У него Водорез тут. Начну я, наверное, с Костолома. На 205 ударил. Не слабо. Тихо ты. Блин, броню понизили. На Водорезе. Блин, я вот этого, я не знаю, ребята, от него толку никакого нету. Знаешь почему? Потому что он только бьет, и все. Он у меня ничего такого особенного не делает. Не доходит до него очередь, чтобы он использовал свой суперудар. Понимаешь? Трындец. Ну и что, добьют, что ли, мы все-таки его, да? Ха-ха-ха-ха. Уклонение, друзья мои. Уклонение сработало. И это круто на самом деле. Так, кто там ходит? Ясно, добиваем. Ну что, теперь начинаем представление. На тебе. Что, Водорезик, съел свое? Блин, нет, я поменяю вот этого дракона ледяного. Фигня полная. Зашибись. Так, а он сейчас будет станить. Ага, броню понизил. Он понизил мне броню. Ты зря, мелкий, зря. На тебе. Так, продолжаем бомбить. Тыч. Хорошо. Так, ты что там будешь сейчас? Опять огоньком своим пулять? Да. Пуляет огоньком. Мы Водореза уничтожили. И начинаем станить этого ханорика. Окей. Давай еще. Ну все, ему крышка, ребят. Ему крышка. Ничего он здесь уже сделать не сможет. Подбили. Ну что, три дракона победили. Неплохое начало. Ну и мы продолжаем. Надо еще семерых подбить. Так, дай-ка я поменяю все-таки. Я не знаю, ребята. И мне кажется, лучше взять... Подожди. Сейчас я гляну, кого лучше взять. Может быть... Нет, Костолом он пятого разряда. Без зубика может взять, а? Так он тоже шестого разряда. Громобоя. Может, Громгильду? Давай попробуем Громгильду взять.
Ерунда, наверное, полная, но я просто хочу, чтобы у меня был один персонаж 9 ранга. Ну и заодно посмотрим, как она будет себя чувствовать здесь. Ох, ё-моё, вот эта командочка тут против меня. Блин, супер элиту какую-то взяли, а? Супер элиту. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас будут бомбить, да? Я так и понял. Сейчас все против нее. Ладно, понижаем защиту. Ну и тоже будем бомбить. Мне кажется, тут хорошо бы зашел чемпион. Скалотряс. Так, тихо. Ну, громобой у ребят крышка. Или кому-то из нас крышка. Ха, не добил, я думал, уничтожит. А он просто застанет. Живем. Живем и пахнем, я тебе хочу сказать. На. Сейчас добьет, конечно, добьет. Но у нас-то преимущество. Мы-то первые начали. Так, этот у нас делает усиленную атаку. А этот станет. На тебе. 9 ранг. 9 ранг. Массовая атака. Нет, не стал что-то он делать массовые атаки. Сейчас кому-то стан прилетит. Сейчас кому-то прилетит стан. И очень больный. Угу. Понятно. Так, шикарно. Что он сделал? Это он же сделал, да, щит ему? Это он ему сделал щит. Тогда давай-ка мы его дальше блокировать. Щит пробили к ядрене фени. Окей. Да ну нафиг. Трындец. Ну и как мы с тобой дальше будем здесь драться один на один? Сейчас он сделает свой супер удар, да? Нет? Ну, попробуем заблокировать вначале. Так, у него остается только лишь использовать просто удар. Обычный удар. Так, у него... Секунду. Блин, да как так-то? Уклонение, ребят, сработало, а? Ну-ка. Ага. Съел. Еще разок. Слушай, ребята, по-моему, сейчас ничья будет. Трындец. Не успел, чуть-чуть не хватило, а? Ну что, нам по-прежнему нужно подбить 5 драконов. Поехали. Блин, может быть, Громгильду убрать? Ладно, пускай будет. 8-й разряд, у него все бойцы 8-го разряда. Все драконы. Упс. Да. С кого начнем-то? С этого, наверное, да? Как всегда. Да ты запарил. Ну, правильно, огонь против зеленых хорошо. Поэтому он и делает. Зеленый против фиолетовых? Да, зеленый против... Он... Блин, да хорош, он еще и массовый баф сделал. Зеленый против фиолетовых, да? Кто у нас фиолетовых? Фиолетовых нет у нас. Зеленый против синих потом идет. Я не знаю. Тут, по-моему, нам, наверное, крышечка с тобой будет. Ты какого лешего? Давай вот так вот блокируем. Они под усиленной атакой сейчас меня тут разберут. Угу. Так, Громгильда пока держится. А этот со своей двойной атакой плешивый, а? Прыгает тут радостный. Дайте мне этого громобоя уничтожить. Да ну, блин, ну. Это уже, ребят, специально все было сделано. По-другому это не назвать. О, все. Приплыли. Вот это было специально сделано. Промахнулся, да? Какого? Не промахивался тут на тебе. Промахнулся он. И все, и ты прикинь, не сразу мы с тобой сфейлились. Офигеть можно. Короче, Громгильда — это полная фигня. Как по мне. Поэтому давай-ка мы с тобой... Может, древоруба взять, а? Давай попробуем его. Блин, ну он 6-го разряда. Он 6-го разряда, ну что он там сделал? Да ничего. Трындец, мне даже взять никого.
Может, сардельку? Давай сардельку попробуем, а? Я и правда, честно говоря, не играл. Даже не знаю, что он там делает. Сейчас посмотрим заодно. Мне кажется, надо в команду набирать драконов разных стихий. А у меня в данный момент сейчас... А, смотри, что он взял. Двоих себе. Ушлепков этих, а? Ну давай, поехали. Будем бомбить. Ох, как вжарил по сардельке. Еще и броню понизил ей. И все сразу вот... Что это ты делаешь? Так, сарделька зеленая, а это синий. Ну-ка, давай так лучше сделаем. Окей. Естественно, сейчас он будет по сардельке, ребята, бомбить. По сардельке, по сапатке. Угу. Ну, этого мы ушатаем сейчас. Но сарделька-то у меня тоже, ребята, извини меня, не каменная. Тем более с пониженной броней, с пониженной атакой. Ну что, блин, не добиваем мы. Да ты запарил, а? Своими кусаниями с этими. Давай вот так вот сделаем. Е. Так, кого он сейчас мне подобьет? Ага. Уничтожаем его. Так, этот вспыхнул. Блин, двойной укус свой делает. Добьют, что ли, мне? Хм, странно. Водорез давай добивать. Так, этого встан. Окей. Так, дальше блочим. Норм. Две атаки. Так, дальше опять блочим. Точнее, станем. Теперь блочим. По-моему, он наш. Полностью. И добиваем. Найс. Найс. Вот это хорошая была победа. Слушай, ну сарделька, да, неплохо себя тут проявила. Они на сардельку все переключились, и видишь, она не дала себе в обиду. И остается нам с тобой победить всего лишь двух драконов. Я думаю, это плевое дело. Восьмые, блин, восьмые разряды против нас. А у меня один седьмого разряда, так что... Ага. Так, я понял. И как всегда, он начинает первым ходить. Блин, вот объясни мне, почему он всегда начинает первым ходить, а? Да, вы издеваетесь, просто вот вы просто берете и издеваетесь надо мной, да? Слишком, я очень часто промахиваюсь. Чтобы промахнулся враг, это, блин, какая-то большая редкость. Ох, как сарделька жарит, смотри. Так, что ты сейчас сделаешь? Ой, а это что такое, ребят, что за капелька? Яд, что ли, какой-то? Так, ну что, блочим тогда этого. Окей. Так, а ну-ка. Раз, два. Слушай, сарделька хороша. Мне нравится, что-то я раньше ей не играл. А если ей еще и уровень поднять? Не хватает, давай так добьем. Норм. Так, этот сейчас делает массовую атаку. Конечно же, в сон отправит. Ух, сколько он тут урона-то нанес нам, а? Понятное дело. Кто бы в этом сомневался. Ну и все, и на этом его радость закончена, поверь мне. Потому что сейчас он будет... Так, что это у нас такое? О, да. О, да. Сарделечка, спасибо тебе огромное. Сейчас мы будем с этим охламоном разбираться по полной программе. Так, дальше. Хвостом. Станем. Окей. Опять же, хвостиком трин-трин. И добивочный. Так, значит, сарделька у нас делает, да? Массовый баф. И это круто. Ну что, ребята, забираем наш последний пак вождя. Вот он, родной. И что же ты нам дашь? Опять шепот смерти, громорог, вострозуб и громгильда. Ветрокрыл чемпион?
Опа. Это, друзья мои, какой-то новый. Но я так понимаю, это именно из разряда вот этих вот, как его звать-то. Вот ветрокрыл чемпион, а до этого у нас был... Да где ж ты? Подожди. Так, секунду. Или это он повысился до ветрокрыла? Ну ты понял, да? У нас же был с тобой ледяной дракон. И теперь он стал чемпионом. Ну слушай, это же 9-го... Ну теперь-то, конечно, теперь можно его брать. Только вместо кого? Не знаю, ребят, сарделька меня пока устраивает. Да, получается, наш с тобой дракон прокачался до чемпиона. Слушай, а пещерный скалотряс тоже, что ли, у нас прокачался, получается, до чемпиона? А раньше он был обычным пещерным скалотрясом. Что-то я как-то раньше этого не замечал. Скорее всего, да, так оно и происходит. Слушай, ну это прикольно. Ветрокрыл чемпион. Значит, он наверняка как-то посильнее, посерьезнее стал, да? Будем надеяться на это. Ну что, дорогие друзья, давайте-ка, наверное, мы с вами будем закругляться. На сегодня этого будет достаточно. Обязательно продолжим с вами играть. Но уже в следующей серии. Так, подожди, ты что опять сидишь-то тут? Иди, говорю, бревна собирай. Прохлаждается он тут, понимаешь ли, мне. Они, кстати, все у меня тут прохлаждаются. Дай-ка я их сейчас, ребята, отправлю. А то я игру закрою, они так и будут тут прохлаждаться. Так, быстро за рыбой. И ты тоже за рыбой. И ты за рыбой. Так, ты чё? Иди брёвна ищи. Так, ты... Где-то там, вернись. Иди, ищи. Так, кто у нас там ещё-то? Ага, вот этот тоже прохлаждается мне тут, понимаешь ли. Искать. Ну все. Теперь точно все, друзья мои. Так что всем пока. И до новых скорых видосиков.